В китайском городе Шэньчжэнь, провинция Гуандун, 9-летняя девочка пролетела 18 этажей в сломанном лифте и осталась жива. Инцидент произошел 28 мая. Лифт с двумя детьми поднимается на 19 этаж, из него выходит мальчик. Когда двери закрываются, система дает сбой, и дисплей перестает работать. Лифт быстро едет вниз, а девочка в панике хаотично нажимает все кнопки. В результате кабина остановилась на первом этаже, и ребенку удалось уцелеть. Китаянка расплакалась и получила психологическую травму, однако ее жизни ничто не угрожает. We'll be right back.